Всех приветствую, дорогие друзья! Сегодня с вами такой вот боксик по Наруто коллекции Little Динозавр. Открываем его. Опачки! Я не знаю, какая это серия. Кстати, сейчас давайте еще пленку уже все-таки зеру и посмотрим, какая. Конечно, мы же с вами ждем. Однозначно, если нам попадут цепишечки красивейшие. Ну и мы ждем, наконец-то, что-то типа СП-шек. Так, 11-я серия. Так, что у нас здесь есть по краям? Такие вот цепишечки, кстати, красивые. Нам нужно СП-шка или цепишка. Ой, ССП-шка. Заебался, ребят. Так, вот на серии HU11. Так, давайте посмотрим, какие у нас здесь карты. Такие вот цепишки, такие вот СП-шки и ССП-шки. Надеемся, мы что-нибудь выловим. А, у них же здесь... Где скотч? Или нет скотч? Или открыть не могу? Скотча нет, я не могу открыть просто. Ох, у нас снова падает. Такой вот, так сказать... Жетончик, блин, как называется, забыл, штучка. Но это не важно, ладно. Так, достаем наши паки замечательные. Честно, лучше бы нам клали в коробку доп пак, который фиолетовый такой, вместо такого вот красавца Саски. Так, давайте я открою и уже с вами будем открывать сами паки. Так, продолжаем открытие. Пока я открывал паки, заметил одну вещь. Посмотрите, какая упоротая Сакура опять на коробке здесь. Я не знаю, почему именно Сакуру делают такую упоротую на картах. Просто не знаю. Ой, это смешно, ребят, это смешно. Так, давайте открывать первый пак. Оцениваем карты. Здесь нас сразу сучает красавец Обито в виде Эрки. Сразу сучает его хороший друг. Ну ладно, не хороший. Эрка с Какаши. СРочка и печать. Как же мы без печати? Как же мы без наших любимых печатей? Куда же мы без них? Мы же можем, конечно, даже обменять. Так, Эрка, как его зовут? Гурен вроде бы. Так, Эрка с... вроде зовут Фу. СРка с Ягурой и Ину. Ну, знаете, по две СРки в паке. Хорошо, но когда нас встречает в паке Итачи, это еще лучше. Так что, думаю, Итачи нам сейчас принесет какую-нибудь вышку в этом паке, да? Надеемся. Так, СРК Гара и... Нет. Нам приносит только СРК Гара и СРК одной из этой там вонючей бригады. Я не помню, как его зовут, честно. Так. Эрка ли? Вот от Ли ничего хорошего не ожидаю. Ну, хотя тут у нас Дейдара. От Дейдара уже можно что-то ожидать. Канкура и СРК с Наруто. И печать, конечно. Так, надеюсь, нам выпадет хотя бы цепишечки 2, 3, может быть 4 за этот бокс. Но откроем, узнаем. У нас только все начинается. Так, СРК с Неджи и кто-то из Оутуцуки. Так, давайте ускоряться. Берем сразу же наглую 3 пака. Открываем их. Так вот, кочежопкой открываем, чтобы нас встречал красивейший задний печать и просто лучший. Блин, прикиньте, реально удобно, кто в Китаях открывает. Взял, потом пошел, поменял на допак, на фигурку какую-нибудь маленькую, еще что-нибудь. Так, РК Саски, РК, забыл, как зовут сестричку Хинаты. Так, СРК Цунада, СРК, что-то у нас одни СРК, даже СРК нету. Эрка, СРК и снова СРК. А я не понял, ребят, а что типа вышек у нас вообще тут намечается? Эрка. Ой, ну да, кстати, эта Сакура нам нравится. Такая СРК красивая. И две СРК. Алло, где вышки? Такое нам не нравится, такое мы не любим. Мы начинаем злиться, где наши СП-шки, СП-шки и ССП-шки, ребята. Я уже начинаю поднимать голос на этот бокс. Две эрки нас включают, Сасори и от. Ну так получше уже у эрка с Канкура, правда, он какой-то упоротый немного. Печаточка.
Так, Эрочка, Эрочка с Пейном, СРК. И сразу вторая у Эрочка. Это у нас отец Итачи и Саски. Я не помню, как его зовут. Так, ну ладно, ладно, прощаем. Ох, ребята, у нас хэт-трик из УР-вышек. То есть у нас три пака, которые мы сейчас открыли, и сразу три УР-ки Канкура. Киллер Би и отец Итачи и Саски. Всех по именам назвал, кроме отца Итачи и Саски. Надеюсь, ему не обидно, что он не знает, как я его зовут даже. Так, следующие три пака. У Эрки это хорошо, но, ребят, ну, давайте сразу три цепишки сейчас за три пака. Так, такой у нас веселый Наруто, кто там из Пейнов. Вот она, блин, ну черт выпал. Не самая желанная CP-шка, честно. У нее даже прилив почти отсутствует. Так, ну как обычно, карты у динозавра немного помацанные. Ну, не в смысле с коцками, в смысле, они то, что близко, наверное, лежат в упаковке. Из-за этого так когда пальцем потер, они оттерлись. Так, Эрка, Эрка. Ух, я думаю, вы видите, да, здесь такое темное что-то. У нас Флами падает. Ты чё, блин? Это кринж, ребят, это кринж, конечно. Две одинаковые CP-шки в паках. Немного расстроен, не буду скрывать. И у нас с вами две СР-ки. О май гад, почему две одинаковые CP-шки упало в одном боксе? Я не помню такого вообще никогда в динозавре. Ну, это может у меня только, не знаю, как у других. У меня никогда не было, чтобы цепишки падали. ССР-ки, да. У Эрки, кстати, тоже нет. А вот цепишки уж тем более. Так, Эрка почему-то Дейдар у нас перевернутый. Ну, он человек искусства, он сам видит, как ему лежать. И первая ССР-ка с отцом Шикамару. Так. А вот, собственно, Ишан Шикамару молодой еще. И сразу повторка ССР-ка. Так, Эрки, давайте сюда. ССР-ку сюда. И повторку в СР-ку сюда. Так, алло, мне такое не нравится. Опять Эрка перевернутая почему-то. Что за суета началась в коробке, ребят? Я накричал немного же совсем на вас. ССР-ка с Оу Цуцуки. Вот там, из семейства. Такое мы не одобряем. Давайте мириться. Давайте мне вместо той цепи, 200, вместо двух одинаковых цепишек лучше две новенькие. И разойдемся с вами миром добре. Так, Эрочки. СРК и СРК. Ну, кажется, на меня обиделись, и мне снова будут падать одни СРки. Так, Эрки. О, какая пара, да? Как Узу, вроде бы его звали, и Хаку. СРки, замечательная пара в одном паке. Это, вот, конечно, очень классно. Эрка, Эрка, две СРки. Тоже, кстати, парно, можно сказать, Итачи и, так сказать, как его звали. Я могу что-то предположить, что его звали Нагата, но не уверен. А где СРки были? Так, Эрки, во-первых, что они здесь делают, потому что здесь СРки. У нас все лежит как надо, ничего не путаем. Я не могу до сих пор дать две одинаковые цепишки, ребят. Две одинаковые цепишки. Это трэш. Я привык, что боксы динозавра ни разу не жадные, они дают очень хорошо в плане дропа и очень красивые карты, но одинаковые вышки. Так, о, тоже парные, можно сказать, такие, знаете, Цунады и, так сказать, помощница в виде ССР-ки. А, чё за прикол, начинаются перевернутые карты, да, этого же не было. Так, ССР-ка, так, ССР-ку сюда. Ой, гад. Можно, пожалуйста, хотя бы еще одну цепишку, не повторку желательно. У нас еще есть шанс, еще паки имеются. Так, вот у нас две Эрки. СРК и СРК с Хиданом. Кстати, я, наверное, имена все перепутал. Вероятнее всего, я что-то не знаю. Я втыкаю очень сильно от двух цепишек. И что-то, знаете, какое-то непонимание. Типа, что за странный бокс по Наруто, почему... Он такой жлобный, неожиданно. Я реально говорю, бокс динозавра очень щедрый. Еще Эрки переворачивает.
карты слиплись. О, СССР-ка Саски. И СР-очка сюда. Так, Эрочка, Мэй, Эрка перевернутая с Минато, СР-ка и ССР-ка с Сакурой. Ребят, спасибо за СССР-ки, но можно, пожалуйста, цепишечку, не вот такую, а другую, какую-нибудь красивую. Так, Эрочки, Эрки сюда, опять не туда Эрки кладу, СР-ка и за ней ССР-ка. Кстати, тоже вроде повторка нам падала вроде уже Аутотуки. Хотя нам может быть я путаю, кстати. Так. Блядь, последний. Ах, так у нас тут осталось сколько паков получается? 3 пака, давайте их откроем уже. Ух, спалил немного. Так, Эрка, Сасори и Минато. И цепишка. Замечательная цепишка. Такая вот. Когда Итачи прощался с Саски уже под Тенсеем, это, не знаю, это такой грустный момент был, не знаю, аж до слез. И такая цепишка замечательная, вот прям, не знаю, вот. Все, что было плохое в этом боксе, после этой цепишки, как-то, не знаю, стало получше. Очень классная цепишка, не знаю. Цепишки такими с моментами связанными классными, это однозначно плюс. Так, СР-ка, за ней что-то опять слиплось, и, вероятнее всего, это СССР-ка. СССР-ка с Кабута. СССР-ка с Кабута. Так, предпоследний пак. К сожалению, у нас это в этом боксе без допов. Так, Эрка. Эрка с Сакурой. Моя подружка идет. Ино. И за Ино СССР-ка с какашечкой. Аппетитная поза. Ничего себе. Плюс коллекцию. Так, СССР-ки сюда. Последний пак, если выпадет еще одна вышка, то я буду очень рад. Ну, я думаю, нам так не повезет. Все-таки, наверное, здесь две цепишки на бокс, это край. Так, СССР-ка Халку, принесет ли нам она что-то хорошее? И она нам приносит СССР-ку. К сожалению, не то, что мы хотели, но, знаете, что имеем. Что мы получаем за вот такой вот бокс? В сегодняшнем открытии мы получили вот такие вот три УР-ки. Кстати, в трех паках подряд. И цепишки. Две одинаковые, к сожалению, вот такую вот замечательную с Итачи и Саски. Так что, если хотите вот такой вот бокс, то покупайте в магазине Гагарин Картс на Озоне или Wildberries. Всем, так сказать, хорошего настроения. Всем удачи, всем пока-пока.